России, Дагестан. Гайби Колесови Махачкала. Салам Ахерти Дарганти. Эфир Лизим Дагестан на радио. Дарган Мезла передачи бе Дахтир Хулра. Хуша Ильда Челяхти Зестирудая. Махачкала Лизир. ФМ Ла Даршим Шель. Ва Уригал Частота Личир. Дербент Лизир. ФМ Ла Даршим Авал. Ва Урджимал Частота Личир. Хасавирт Лизир. ФМ Ла Даршал. Ва Ца Частота Личир. Микрофон на галар Наида Гуруева. Звукорежиссер Роза Муртазалеева. Иш бархи сентябрла ганур джимра ивил жума бархи сави. Лехти зирая эргати хабуртачи. Халаначи республика лизирати бахнеби халадир хура. Ишти бурхназив, Москва лизив, Дагестан на машурси поэт Расул Хамзатов даршал дусвитни лечиль бархвасаки, дал дуцуни детурхули сари. Дагла бархи, почилекла кремилла кал ализив, Дагестан на машурси поэт Расул Хамзатов даршал дусвитни лис хасбарибси, музыкала ва театрла балбуц бетерхурси сави. Иль обхиб Россияла президент Владимир Путинни. Илизир Бутагандештарин, Федерацияла Советла председатель Валентина Матвиенкани, президентла аппаратла руководителла заместитель Махамадсалам Махамадовли, депутат Султан Хамзаевли, Дагестанабек Сергей Меликовли, Вабакал Царьхельтира, Пачилихла Ханчизартанира, депутатунанира Ахланира. Иличил Гаюл Кули президент Владимир Путин Викар. Дорогие друзья, сегодня здесь, в этом зале, будут звучать проникновенные, мудрые строки, стихи, песни нашего народного поэта Расула Хамзатова. Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России, он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Хамзатова несет свет добра, созидания и любви, как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно. 8 сентября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Хамзатова. Я благодарен судьбе за встречу с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мысли и филигранным жизнелюбивым юмором. Я помню 80-летие Расула Хамзатова. В его адрес звучало много искренних и даже восторженных слов, на что поэт сказал, что относится к юбилеям с иронией, ведь, по его мнению, юбилей – это преувеличение заслуг. Но, уверен, преувеличить заслуги поэта, переводчика, публициста, прозаика, общественного деятеля Хамзатова невозможно. Илхайдали, балбус лизир бутагандеш талес бакив, Россияла машурти артистуни Жасмин, Стас Пьеха, Марк Тишман ва Царьхельтира. Илдани, машурти поэтла Назмурти Хасивли, Далуй Тидельчун. Дагестанна пачилихла лезгинка ансамбльли, жагати делкла устадешчи дахиб ва цалавикивти хайран бариб. Балбуц разити агихайзиб бетархур. Махачкала лезиб, урджимсанна кира ятимти дурхнас, кулрала сертификатуни дедиб. Кулрала политикала шейчипси управления лезиб, совещание бетархур. Дургты обте кулразибад адамти гечвирнила суалтала шейчипси, ва ятимти дурхначилра, бектала хариду агарли калунти дурхначилра, ирахнила ханчи дураберкиб. Нариман Тимур Каевли карбариб, харил сертификат касипси дурхаличил, ихтилат дураберга хэс. Или не бурне хасивли, лерилра иштусфизирчи дахибти кулрала сертификатуни, ятимти дурхнас дедибти сари. Илди урджимцамну кираличи адикили сари. Дагестан низир, канни дилкоти урджала савук бурчули сави. Фермер Ай Ахмад Исмаиловни бурне хасивли, илди канти урчала журабани,
Эпшнилодайли чипикайчи сабох лугуси саби. Джеми кентлизи бусатла замана цедешла сабох бурчнила манзиль саби. Энцви, карби, каканти, инжир ва царахильтира цедеш ящику назикадихили базуртачи ва Россияла жора-жорала регионтази дурхули сари. Ильди ургар курчи чидиантира тамаша бирули саби. Ильди харбархи Россияла регионтази дурхути сари. Фермер Исмаилова пикрехасивле, илди журала корчи удолтати онкрала мерани имцадарили дирар. Ил кайдали, чула корчи дашахни назирти устадешличи, цархилти фермер тира борси бирули саби. Нушала регионнизи, туристуни кайдали бамсри хасбашути, друлк називати ахли, дусличи дус имцабикули саби. Ханналис, Северный Кавказлизи Архадура Беркипти, Дуралук назибатте Ахли Нушачира Бакив, Ильди Ургаб, Иран назибаттира Лебри. Ильди Нушала Республика Личил Танишвини, Глав Рыба Комплекса Чибат Бехбихив, Ильди Гонтимир Муса, Регион Незир Царахильти Агара, Сулак Харкла Дубличир Мерли Диопти, Балякунала Хозяйства, Зоопарк, Аттракционти, Ресторанти, Кафеби, Ва Шадивуни Барес Меранира. Ахлани Ильдас, Окси Каймат Кабатур, Ильдала Программа Лизи, Миатлинская гидроэлектростанция, Суахла Карличеват Экскурсия, Уа Царахильтира Мирани Кадерхурли Сари. Ханна Виали, Нушала Ва Друлук Назирати Бахнибачи Лехтизирая. Армияла Каянази Жибирнила, Эпшнила призыв Бехбирхусицеви, Октябрла Цаличибад. Россияла Ярогла Дарипти Цоханала, Генеральный штабла мобилизациала управленияла начальникла заместитель, контр-адмирал Владимир Цемлянскили, Бурнехасивли, мобилизация Дурабуркниличила, Косани Хачамлис Агара, Илини Илкайдали Буриб. Во всех субъектах Российской Федерации исключения составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравниваемые к районам Крайнего Севера, где граждане проживают на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий. Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано 16 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации, Донецкой и Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской область или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где срок до 5 месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов вооруженных сил и родов войск. Научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства. И спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов. С требованиями, предъявляемыми кандидатам для комплектования указанных подразделений, информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы, призывники и их родители – могут ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, а также они имеют возможность в разделе «Контакты» обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами и командующих родами войск и войсками военных округов. Начиная с 17 октября приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационного мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени. В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий
нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе вооруженных сил, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач. Кроме того, в настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Россияла в Латинская Америкала парламентла конференциали ишварге сунела бузери бехпихим иль даим бирусисави итни бархеличи бикайчи или зирбутагандештеру Латинская Америкала дай калагуна улкнани. Конференциялечи кидар садбутаганчи, экспертуни ва дипломатуни лабгутисави. Аргентинализе бурне хасивли, Россия, Муртара Латинская Америкалис кумеклечи музабул кутири. Ил конференция дебали маничепсисави, леби Латинская Америкала ва Карибский бассейнла регион низ. Укни ургарти бархвасуни чумадирни лизир, сарира тарих лизибадал Россияли ва Советский Союзли Муртала Эббурсуси. Конференциала дазурбазир, экономикала, уриха хабиакнила ва цархильтира шайчирти масулти хердиру. Укни ургар бутацугти бархвасуни кадизакес бахандан. Нагорный Карабах лизиват, сентябрьла ганаура лечиват бехвихили, бусатла замана лечивикайчи, гехсанна урджимра азир адам, Армения лизи гечвиу. Иличила балакулисари, Армениала министр тала кабинетла пресс-секретарь Назели Багдасарянни. Азербайджанна президентла кумекчи, Хикмет Хажиевли Бурибсири, Карабахла армянтани, чула политика кабул хабарили, илабад орбукес асубирар или. Ханбур шехе, хабзану шура дос халав, азерлим урчемдаршим урчемзану кира, азерлим урчемдаршим урчемзану аура ибти дос мазив, давила ансбогани кадики бхали, мархабарибси Нагорный Карабахли, Азербайджане зибад дегар биркнилечила баха курсири, итхайчибад ил республика мархабарибсири, келазерлим гайбил дос лизир, уррара давила ансбогани кадики бтири. Москвала маслихатли чивли, дургби ташайс имкамба кипсири. Армения, Нагорный Карабах алавти мер мусализиват бокунсири. Уа ил республика мархабарибсири. Илав, Россияла даршудеш балтаканти лептисави. Армениала премьер-министр Никол Пашинянни западли чилти ихтилату назив. Уа Ереванни зиб майбазличи Петерхурси пресс-конференциаличив бурибсири. Карабах, Азербайджанна ванза бетниличила. Казаннизи, Москвала формат хасивли ихтилатуни дуредеркес багандан, Афганистаннизивти талибунала делегация Бакив. Илис Бекдештарив заманала правительство лизив дурулукнала кулукнала шайчивси министерство Лабек Амирхан Мутаккини. Хуниба аниличир, Афганистаннизив даршудешкабил захнила масулти хердирутисари. Хуниба анилис эрги, келр шайзират духабизуни кабулдирутисари. Бекли биопси Мурат Саби, ил улкализив даршудеш кабизахни. Ханбур шехе, ил гуна цайбил заседание, бетер хурцири, кел азерлим весну вехра ибил дуслизив. Весну цара улкала бутакандешличил. Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан ва Туркмения улкнани илизир бутакандештарибтири. Молдавия Евросоюзлити кабирхес хабирар. Саби кабул хабарибси ва мархабарибси Приднестровьяла республика агарси биалиравалли. Иличила Балаколисай, социально-политический халунснилашайчивси институтла директор Игорь Шорниковли. Халаб Молдавияла президент Майя Сандуни Бурибсири. Молдавия Приднестровьяла шале бархлягарли Евросоюзлизи кабирхес асубирниличила. Илала пикрихасивли бешгурдешла суал арзесвирар еслизи кабирхурли эрги. Амма экспертунани бурни хасивли ил тахарли Молдавия Евросоюзлизи хабурцу. Сенахенну, ила кабирхес багандан, россиялечи каршисилицун ахенну бес аниси, духусили ва даулачевсилира бес аниси саби. Вики Игорь Шорников.
Рошаляхте Зурая, Эргати Хабуртачи.